Землю
приятели, обхватив руками народы, с переведенными с белыми пятнами, как у тучных ленивых коров. Не удержат нас за руки площади, не вернут нас с вокзалы назад. Только память ручонкою дочкиной осторожно погладит глаза. Мы уйдем на зеленые просеки, по дорогам заросшим травой. Мы уйдем, вы напрасно нас просите, мы вернемся, клянусь головой. Сам себя успокаиваю. И когда начался интерес, я даже включили фильм, это главная песня, для меня и главная роль, как был фильм. Полудокументальный на спецу, где там поет, находясь не так. Хоть одну ленинградскую песню, Петербург, я хотел спеть. Потому что все песни, все не отсюда, все Сибирь, горы, Памир, тайга, там, Камчатка, а про Ленинград не песня. Я написал с ленинградским оттенком, там про него слово сейчас. Называется песня «Ничего». Постарел, устал, не поешь про туманы и чью-то любовь. Посмотри, как с деревьев слетает листва, к сердцу слишком уж близко ты стал принимать и ворчание дождя, и чужие слова. Продолжайся жизнь, не сходи же с ума. Закури сигарету, пройдись под дождем, как и раньше на помощь. К себе не зови, люди сами придут, а пока подождем. Как шутили друзья, такова цель. Помолчи над ночною, притихшей небой. Дождь прошел, огонек, кто-то тоже не спит. Вот и все, потихонечку песню запой. Возвращайся домой, все пройдет, потерпи. Середина Камчатки это роскошный парк, там же все есть, все это все деревья, и лиственные, и хвойные, там у нас все. А это самый человек, там уже огрев только такие ломанные, и коряги такие стоят, кривые деревья. Вот на пустом месте, на огромном кривом, как в одном дереве, сидит огромный ворон. Что это говорит? И так смотрит, говорю, слушай, ворон, ты могучий? Он говорит, вот так смотрел на меня, говорит, кар, он перенетил, скажи. Вот, разговаривай. Ну, песню уже сняли другой оперы, которая песня городского типа, называется «Гостиница». На самом деле «Гостиница».
Беседу с девушкой все время сидели на этих самых на трех кроватях, в общаге, конечно, логически. И значит, ты ей песни пела. Сел на крыше постели на язык и пел. До сих пор не знаю, кого я сел на кроватку, там ничего не случилось. Но они до сих пор спорят, кому я тащил на эту кровать. А пришла дежурная в 11 часов и вывела. Потому что после 11 в гостиницах, вот этих, ну там рудник, Тимиртау, там руду стоит, там ребята срут. Так у них там после 11 она говорит, находиться на номере опасно. Ну я тогда ушел, скорее, подальше обещать. На песня осталась. Ах, гостиница моя, ах, гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц с навеской. Я на час тебе жених, ты невестою. Занавесишься ресниц с навеской. Я на час тебе жених, ты невестою. Бабье лето так и быть не обидится, всех скорее позабыть, с кем не виделся. Сыграл в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Наплывает слов туман, а в глазах укор, обязательный обман, умный разговор. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике. Невозможно кораблю без Америки. Ничего у нас с тобой не получится. Как ты любишь голубой мукой мучиться. Видишь, я стою босой перед вечностью. Так зачем косить косой человечностью? Видишь, я стою босой перед вечностью. Так зачем косить косой человечностью? Коридорные шаги злой угрозою. Было небо голубым, стало розовым, а я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница, я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. Эта гостиница так и не имела названия, она называлась гостиница. Восьмое выступление. А до этого там было в этом роднике три гостиницы. Одна была чисто мужская, называлась Лондон местным, с юмором, провозяк. Вторая была женская, называлась на Париж. Не гостиница, а всю жизнь. А вот третья была смешанная, называлась очень хорошо. Рио-де-Жанейро. После моей песни называлась гостиница. Название-то, ну, слово мы отняли, как гостиница, как написал, что ему. Такая что. Ну, там будет быть, конечно, интересно. Там знаешь, как это было, это ничего. Вот. Поедем теперь к нашим основным песням. Ну, это песня «За туманом». «За туманом» три штуки. У меня было сначала одна, потом две, а потом стал неожиданно третья. Вот. Так серия «За туманом». Но первый «За туманом» на самом естественном. Причем я ехал действительно за туманом, о чем написал. Написал тоже в поезде просто так. Ну, ехали туда долго, в товарном поезде, что долго, трактор ездил такой, как я помню. Я там отец сидел, я играть на гитаре не умел вообще. Я просто так напевал что-то, так и ехал. А потом, когда я приехал, меня на следующий день заставили учиться играть на гитаре. И неделю я учился играть на гитаре и научился как-то. И за всю оставшуюся жизнь я не научился играть лучше. Я так и остался на том уровне, когда неделю учился. Просто так ребята показали учили. Я перед зеркалом учился играть, смотрел себя в зеркало, а потом играть не мог. Я привык смотреть в зеркало и там видеть, как я играю. А потом пришлось сюда смотреть, я не мог играть. Надо зеркало передо мной стоять, тогда я могу играть. Я так сюда не умел. Потом переучился потихонечку. Вот зато она простенькая песенка, тоже в ритме поезда, но там поезд стучался. Я под этот ритм, опять как гостиница, тоже. Вот.
Нахмурился за туман. Самая известная песня, от этого не ожидал, но неожиданно пошла по всему миру, как ураган. Ее перевели на 84 языка. Она почему-то подошла всему народу на земле. Хотя там ее запретил мне петь и пожрал. Сказал, Юра, не будет, там благая песня. Мне запрещены петь, и все поют. Горбовский, да что ты, у тебя же это не поет. Туман, как там поет? Там у тебя написано три раза глаголы, понимаешь, это странно, очень странно. Потом, а я еду, четыре раза, а я еду. У тебя вот глаголы и существительные. У тебя там есть, говорит, два определения. Это глаголы существительные, ты же не поэзия. Вся поэзия состоит из сравнений, определений, метафор. А ты глаголы, так собачьи, как будто ты поэзия. Ну вот, и говорит, я говорю, что у тебя есть там два определения. На них тебя не украшают. Первый определение – это законченные чудо, это законченные. А второй – это невозвращенные долги. А долги надо возвращать. Там все услышали, там все пели. Так что песня, она неожиданно поехала, как пожар. Везде стали петь, перевели на все языки. Она и за этой. Это первое. А второе, что там понравилось идея. За идею попало больше всего. Потому что я написал то, что я еду за ней конкретно. За деньгами, там, за делами. А я просто так, бездельник. За запахом, за туманом, а с этим ехать не надо, это же. А тут мы потом стали корить этих, которые покоряли в Красноярский край, совершил там за то, что они приехали с этой песней. А потом была написана статья «Критика огромная», называлась «Люди за туманом», известный, кажется, в «Литературной газете». И маленький вопросительный знак, но битки, что это не туда не едут. И кончилось тем, что так вот написано. Сначала они все пели эту песню, думали, что «Люди за туманом». А потом поняли, туман, что нет, тайги тоже, там вставать на дорогу, на самом севере, где Дудинка, там близко, как не надо. И они стали работать за деньги, вкалывать, чтобы деньги заработать. И убедились, что работа все-таки полезнее, чем за туманом. Так что вы не обманывали трудовой класс. Они так приехали и уехали с тем, что теперь будут работать там, где работа выгодная. Это что, просто так. Вот такая песня, она какая-то антисоветская, хотя бы ничего. Ладно, поехали с дома. Поехали. Понимаешь, это странно, очень странно. Ну, такой уж ты законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак. Люди сосланы делами. Люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни и дожди. И пусть полно набиты мне в дорогу чемоданы. Память, грусть, невозвращенные долги. Я еду за туманом, за мечтами. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Это самая короткая песня из всех бардовских песен. На записи она идет 50 секунд, меньше минуты. Самая короткая песня из всех, что могли написать люди. Все песни длинные. И спереди он даже не больше, а я еду за туманом. Но там меняется место. И никто правильно не поет. Все ошибаются все время. У меня в первом куплете с мечтами, с деньгами. А я еду за мечтами. За туманом еду только. Ну, это уже известно. Но там должен не выйти. А дальше пошло. А второй куплет идет так. Первым за мечтами, что мы созданы делами.
А во втором круге люди едут за туманом, потому что полным-полным ветром по чемоданам. В третьем момент люди поедут все равно в другом месте. А я еду за товаром, плевали на реку, мечтаю. И наоборот, только люди поедут. А я еду за товаром, а там за мечтами. То есть ревность полетела куда-нибудь, я все равно всем плевать, поехать, выучить. Я таких хоровых не знаю. В Америке очень любят русские мигранты. Там в Америке русских был тогда, когда его много раз 100 больше, чем тоже не играют сейчас. Там уже десерта, там мигрант. Канадик вообще думает, не правильно. И сеть. Так что вот, думали, вот такая всемирная известная. А стали никто не знает, они сложнее для иностранцев, понимаете. Только русские понимали, что я скрыл в словах. Они запутали немножко. Вот за туманом и спел. За туманом два. Ехал я второй раз. Знал, куда еду. Как написал, тоже за туманом. Но песня про поезд. Она грустнее, чем за туманом. Ехал я уже так более-менее уже наездившись поезд. Автое по утрам туман, дым твоих сигарет. Если хочешь сойти с ума, но лучше способа нет. Поезд длинный, смешной чудак, знак рисует, твердит вопрос. Что же не так, не так? Что же не удалось? А поезд длинный, смешной чудак, изгибаясь, твердит вопрос. Что же не так, не так? Что же не удалось? Чуть глаза. Пот пошел в глазах. Слезятся. Сейчас продолжу, никуда я не еду. Как я туманом. Заблудилась моя печаль между вихт и берез. И не действует по ночам расстояние на год. Расставаясь, шептал пустяк, ведь не видишь же ты насквозь. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, рад стараться, твердит вопрос. Что же не так, не так, что же не удалось? Заблудилась моя печаль между мирами. Ариэлем хотел лететь, ни любви, ни забот. Или в горы, как Аликет, уходить каждый год. Вбей в колено тоску кулак, удержи от ненужных слез. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, рад стараться, твердит вопрос. Что же не так, не так, что же не удалось? Совсем со странным происхождением. Ага. Да. Много тепло вообще на ночке. Ну вот. Ну последний. За туманом три. Это в июле месяц, в день своего дня рождения, 17 июля. Я пошел гулять по улице. И мне как раз было какой-то возраст такой. То есть, ну, похожий на дату. То есть 60 лет, 70 лет. Я пошел гулять, а солнце, лето, белые ночи. Я в 6 утра стал вставать. Не спится еще. Еще кружами спросил, ты пишешь песни? Говорю, Влаша, вот уже 3 года прошло, ни одной песни. Все старые поют, новые не пишутся. И я стал рано вставать. Встаю 6 часов, выхожу еще на улице, никого нету, все спят. А я хожу один, сам с собой разговариваю, ничего не мешает. Потом
сочиняю какой-то рассказ, пытаюсь песню придумать. И вдруг смотрю, песня появляется на глазах. И появилась песня, которая такая несбыточная мечта, можно так сказать. Я подумал, а ну нафиг мне эти все концерты, надоело. Я все то на Памире был, я поднялся на Памире, на самом высоте, 6200 я работал, 6200. Там птицы не дремлют. Там не ступала нога человека. Я первый змеиным летом вступил на эту высоту, на плато там такое. И все, я стоял скрыть. Ну, 6-10, 80. И был на Камчатке, там тоже бурелом, красота, море, океан, все, вулканы работают, очень красиво. Ну, вот. Я тут дома просветился. Я размечтался, ну, плюну на все, пойду опять куда-то, поверили на Камчатку. Ну, что это, старый совсем стал. На самом деле уже старый был. У меня уже родила, внучка родила, мне, ну как, правнуки у него, правнук появился, правнук, я прадед, а хочу помереть песню, вообще несбыточная песня, но песню написал. Попробую сейчас петь. Она грустная, она, по идее, она такая, ну, жизнеутверждающая, то есть я в романтике хочу туда, на самом деле, это тоже несбыточная мечта, зря ты делаешь какие-то умения. Почему я опять вместе с солнцем встаю? Непонятное чувство, нелегко и тревожно. Как осенние птицы улетают на юг, я весной на восток, к моим рекам таежным. Я друзьям позвоню и услышу ответ. Самолет послезавтра, не опаздывай, старый, все дела отменю, накуплю сигарет, свою сумку собрав, посижу над гитарой, а потом самолет шар раскрутит земной, а потом будут песни и ночной разговор, и, конечно, костер, и, конечно же, чай, ослепительный привкус звезд лесных у него. Я палаточный полк утру распахну, меня встретят тайги, голубые туманы, оседлаю мечту, поскочу сквозь весну одиноким ковбоем в неизвестные страны. Почему я опять вместе с солнцем встаю? Больше туманов не было. Серия прекратилась. А, говорит, что остался. Хороший какой-то. Мудрящий. Опять тоже, я начинаю с романтических, потом там пойдет эта грусть, сатира и смертельный исход. Такие темы, конечно. Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна, чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, дождь, мошкара, жара не такой уж пустяк, чтоб устать от усталости, а не от собственной старости. И грусть.
грустить об оставшихся, о себе не грустя, пусть весною Венерою пихтолапкой. Почему ты что-то там бьёшь? А, ну да, по нервам. Лишь допускать от моей старости, я не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе не грустя, а ты твердишь, что остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна. Парни у нас идеологические.
образование. Институт ВИРК, Союз институтов разведочной геофизики. Потянула, потянула холодком осенних писем и вдалеке гремящий выстрел. Ранил птицу и меня, думал, все во мне уснуло. Не важны ни боль, ни смысл, защемило, затянуло в печь осеннего огня. Что же делать, что же делать? Постучаться в ваши двери и как будто от убийцы, от себя, себя спасать. Первым к вам войдет отчаяние, следуя я, ваш Чарли Чаплин. Жизнь как тросточку кручу я, сделав грустные глаза. Не веселье, не урядец, стал замерзшим водопадом. Мне тепла от вас не надо, не тревожьте водопад. Только осень листопадом, только ты последним взглядом. Я ж просил тебя, не надо, все вернули мне назад. Уезжал в зеленый омут, убегал в волшебный город и прыжком сквозь арки радуг сам себя тренировал. Знал же, знал, что не поможет, приобрел ненужную ложью пустоту ночей бессонных и восторженных похвал. Потянула, потянула холодком осенних писем, желтых, красно, словно листья, устилающие путь. И опять лицом в подушку надогнать все мысли, что поделать надо, надо продержаться как-нибудь. Я познакомился с одним прекрасным парнем, альпинистом, шикарным альпинистом. Ему было 30 лет, когда он погиб. Погиб, спасая товарища. Леонид Земляк. Леонид имя, Земляк фамилия. Там они были, он инструктор был, альпинист, спасатель был. И вот он поднимался, и там произошла большая авария, и парень сломал ногу. Вот такой, больше ногу. Его надо было спустить вниз. И он пошел на статский приз, и мне в обыкновенной обстановке, ничего там страшного. Значит, там такая тропа идет. Ну, гора, потом там как немножко так нарисовать, и там тропа идет, такой гора, она прекращается, и тропинка идет. Я говорю, дальше опять гора продолжает. По этой тропинке ходит. Там туристы, туристы. И вот ему нужно было вот через эту, его спустить на эту тропу, и там же должны были забрать, помочь ему. И стащить его вниз, и ногу там чинить. Вот, ну, тоже сломал. Ну вот, и он полез его снимать, и не сорвался. Он наступился, но он не сорвался. Он повис на эту кусок. Его сверху держали, как крюк, он был застрахован этим самым. И он сорвался, в принципе, но не сорвался. Он в красе отвисел. И он взял такой маятник. Он прилетел с одного края, на тропинке, наверное. И до другого, чтобы его там остановиться, взять и дальше. Ну вот, и неожиданно он снес, висел большой снежный гребень такой над ним. И он этим своим тросом подрезал этот гребень, не заметив его, неаккуратно сделал, можно было посмотреть еще на это. И снес этот гребень, и упал на этого парня и сломал ему шею, прямо здесь на тропинке, 6 метров. Нереально смерть, потом сломал здесь. И все. А так на самом деле особенно опасности не было. Ну, вот, и там
ребята прибили такую доску, где, ну, железо, или какой-то там, и написано, что на этом месте он погиб, блин, земляк спасает, товарищ там. Вот, и тот остался жив. И когда идут туристы, альпинисты, на этом месте садятся, там песни поют, люди на земляка песни след, вот его песни, и идут дальше. Вот песня «Мягкий земляка» называется «Три след». Погиб он ровно 34 года. Ну, условно, 30. 30 лет вообще-то считается, значит, с 20 до 40, особенно в Пенисе. Там уже 30 лет, называется. И 20 уже 30, и 40 еще 30. А все остальное пустота. До 20 лет. Вот так. Вот он погиб в таком возрасте. Реально земля. Хороший, красивый пальчик. Фотография. Молодой, сильный. Слова забыл, подскажи. 30 лет – это время свершения. 30 лет – это возраст вершины. 30 лет – это время свержения. Тех, что раньше умами вершили, а потом начинаешь спускаться. Каждый шаг осторожненько взвесься. 50 – это так же, как 20. Ну а 70 – так же, как 10. 30 лет – это время улыбок. А не плач и не смех со слезами. 30 лет – это время ошибок, за которые нет наказаний. 30 лет – это синие горы, вкус находки и ужас потери. 30 лет – это радость и горе. 30 лет – это жизнь на пределе. 30 лет – это песни и мысли. 30 лет – это море и скалы. 30 лет – это поиски смысла. 30 лет – это все-таки мало. Там меня воспитывали в разуму, я написал про них много ученых города России. Сама история песни. Недавно умер самый главный человек этого города. Он долго, ну, он умер сейчас. Ну, суть не в этом. Он живет, и так вот, и там, в этом городе, жили ученые молодые. Они строили этот конем-городок на Сибирском. И когда они его устроили, конем-городок на Сибирском, они его замкнули. Они отделились от города, потому что из города вообще, и начали сказать, заповедное место, горе городов Новосибирска. Где одни ученые, доктора, ну тогда очень очень сильные, академики, они тогда устроили как раз эту ядерную там какую-то дверку, только наружу показывали. И там они все работали. Вот. И они все увлекались, как ни странно, они были эти сибиряки, из академии городка Новосибирска, я были заядлые альпинисты. Они по всем по горам так разом. Я там одного профессора знал, академика, Александр Александрович. Он умирал. Но он там увлекся этим альпинизмом и тоже в горы ходил, правда, не выше 3 километров, но ему делали вид, как будто он поднялся на гору, страховали все эти. А сам привяжет там все в кафе зверы, в кафе бьют, я прикрываю, измочает, и так. В общем, помогает альпинистам. Ну вот, и Карельская олигархия пытались открыть категорию из-за их вольности. Они проводили совещания там с участием иностранных ученых, но это был академический клуб, и не пускали никого из правительства начальства этого, ну, к себе. Вот дальше Калибородка, а дальше там жили. Было как бы лунная долина, как бы, за колонной, только где они ученые жили. Лондона там поэт, а тут ученые, там никто не вступал. И как только кого-нибудь вызывали, говорят, чтобы сказать, что такое, почему не пускать проверять даже инспекторов, да ладно, все. Срочно выезжают две академики, садились прямо напротив с полком, где вызывали. И, значит, и сидели, ждали. И пока они не уйдут, пока их не выпустят того, кто там, так поймали девушку почему-то, они сидели, тогда отпускали. Из-за этого создавались крупнейшие правительственные заказы. Они работали на всю страну. Они сделали ядерную вот эту версию.
Ну, это центральный. В общем, знаменитое кино даже есть по этому поводу. Там, где они строятся, где-то стена огромная. Фильм «Хрущев» или кто-то, я не помню тогда, все-таки разрешено быть независимым. Я говорю, мы там работаем. Пойдем все с вами, нас приглашают, мы там уже работаем. В общем, американские, они даже проводили совещания, спорили, можно ли, просто так, ну, любительски. Собирались сами академики, там у них выпал бокал, взял отыграл. Решение вместе решить, под это дело решались. И вот они поспорили, что спорили с участием иностранных ученых, можно ли построить коммунизм в отдельно взятой стране. И доказывали, что нельзя, не получится, все это бред. Вот такие споры. Все это выставляют просто раз. Мы строили коммунизм, говорят, невозможно. Недолго существовали, недолго. Потом стал разваливаться потихонечку дело. Они стали выезжать за границу, а вот эти молодые ребята сделали институты, там все, академы разбирали, стало ничего. Остались студенты, которые учились в институтах, академики не стали, они же все это держали. А вот он бах, неожиданно их там тоже стали, перестали признавать. Поверьте, там уже надоело. Старенькие все. И они стали возвращаться. Сейчас они возвращаются и хотят снова установить академию в том же виде, чтобы они там обсуждать все это время решать. Но я уже не даю, какие проблемы, что проблемы сейчас Путин решает. И президент, да, там без вас придется. Вот так я там был. Интересные ребята. И там был такой вот этот академик очень смешной. Я выпил песни всякие. Ему понравилась одна песня. Я забыл, как она самая глупая. Без загрузки понравилась. Я забыл. Ну, хороший человек такой, у него все покрашено, сделано, и он был какой-то красивый вызов. Ну, пойдем дальше. Такой есть, разополненные странные люди. В этой песне еще первый и второй, под одну вот эту бомбу. Есть первый куплет и последний, а там середина пустая, все это как одно и начало конец. Но академиков хватает, они на этом фоне сношения. Горы далекие, горы туманные, горы. И улетающий, и умирающий снег, все, первое закончил, дальше. Если вы знаете, где эти горы, брат, если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек, и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорога. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки любимых. У них вместо квартир. Я никогда в этом городе не был, не был. Я все ищу, и никак его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, вина хорошая. Бьют. Женские волосы вьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И в замолчании
или за разговором. Шел я по городу, выйдя и не повстречав. Поездом нет, поездом мне не доехать, и самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом, и я найду, я хочу, и мне надо хотеть. Назад, у нас 40, я не помню, меня позвали в Академию городов и на публичном серьезном всех ученых всего мира, я огромный счет проводил. Вот эта песня была объявлена официальным гимном Академии городов. Как вы думаете? А там я почти ничего не говорю, они остальные все сами говорят. Это и два года. Это здесь вроде бывает. Ну еще они не готовы. Они меня даже хотели купить, ой, как это было забавно. Они решили проверить на грамотность. Но решили, что я бар там, ну, дикселенщик, я в джазе, у меня дикселен был свой, я говорил, в джазе, если на барабане пришли. Лазерка с ним по миру, там дурака, короче, вроде. И вдруг неожиданно я пою, выступаю с эстрадой. Ну я, вообще говоря, больше эстрадой занимался, чем Памир, это у вас свободная от работы у людей. Я тренер по фигурному катанию. Зимняя работа, раньше летних катков не было, ничего не было. То есть зимой я занят. А как только лед растаял, всех детей забирают, закрываются мои фигуры. Я свободен все лето, не делать ничего. Это прилично было, все равно фигуры у меня было. Я думаю, ну ладно, пойду на Памир. И лет я проводил их путешествие. Погибал там раз три шея, каждый раз спасался. Вот такая штука. И мне, значит, понравилась эта история, я стал с ними общаться. Мне это все пришлось. В конечном итоге меня заставили на них работать, честнее сочинять, ходить на все их совещания по этому поводу. Ну а потом уже стали сами интересоваться спортом. И стали на полы, на лыжах ходить, играть все дни, хотя и прочее. Владимир, в конце концов, развалился. Сейчас опять создается, но какие-то не девушки. И даю поэтому объединяться независимых людей. Ну а что? Теперь я науки выжить бы. Надо скорее подготовиться к тому, что надо придумать новые способы готовить еду и варить, и выращивать. Ну придумать как-нибудь, не сложно. Вроде бы перерыв, да?